все перемены, чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусов, бактерий, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура днем от 0 до плюс 5 градусов, ночью 4-6 выше 0. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде дождя, днем плюс 2 в темное время суток, 6 выше 0. Восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо и дождь, днем плюс 1, ночью плюс 4 градуса, восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, в дневное время плюс 1, ночью плюс 3 градуса, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 96%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.